Правильно, мы бы тоже документы у них проверили. Хорошо, это надо. Конечно, и справку от психиатра. Ребят, вот редко хвалю полицию, но в этот раз они действительно правильно, что бдительность проявляют. Как? Мы за здравый смысл. Кого? Власть? Власть поддерживает? Власть у нас проамериканская, по 15 статье Конституции. Да, все правильно. А мы, знаете, не только против... И по 13 статье готовы послушать? Конституции. Готовы послушать? А помимо... Я знаю, что вы будете говорить. Вот видите, знает, а что тогда рот открывать, если все знает, да? Знаете, в чем проблема? Мы против представителей Америки здесь, которые в их интересах законы принимают, подписывают эти законы, наши богатства дают... Фамилию назовите. Фамилию назовите. Мою? Бондаренко Николай Николаевич. Против представителей, фамилию назовите. Все депутаты Единой России, Государственной Думы, член Совета Федерации, правительство, президент. Тут стоят полицейские, сейчас скажут, что это митинг. Пошли. Давайте сейчас сотрудники полиции уйдут, и мы сейчас с вами побеседуем. А то это плохо хочется. Вы не мешаем вам? От греха подальше лучше. Действительно, сейчас под митинг закатают нас. Так, вам... качественного медицинского лечения и надежда, что здравый смысл. Наполеон виноват. Да, и этих ребят уже не вылечить. Это предательская партия. Ну, конечно, и ваша Единая Россия хорошая. Нет, конечно, нет. Вы просто топите за них, а так да. КПРФ предатели. Ну, что еще услышите от власти? Конечно, все предатели, кроме них. Вот и все. Ладно, разберемся. Время придет, конечно, разберемся. Конечно, разберемся. Будут с вами спорить, но налоги есть. Жалко покидаем. У вас как Путин по пенсионной реформе? Как сделал Путин ваш по пенсионной реформе? Что сделал? Пенсионная реформа. А что, подписал? 15-ю статью кто-то отменил. Не, я не про это. Он что сделал? 15-ю статью кто-то давайте отменил. Вначале мой вопрос, а потом ваш. Вначале мой. 15-ю статью кто-то отменял? Боитесь ответить? Приоритет международного права. Нет, боитесь ответить на вопрос? Пенсионная реформа – это приказ международного валютного фонда. Еще раз, Путин что сделал по поводу пенсионной реформы? Он как, не подписал? Зюганов что сделал? Против проголосовал. Да? Да. А Путин что сделал? А в 91-м что сделал? Вам неудобно. Давайте вначале про пенсионную реформу, потом про 91-м. Я же сказал про пенсионную реформу. Он что сделал? Кто он? Путин. Что сделал? Он, как гарант Конституции, подписал. До свидания. Но это Америка виновата, не Путин. Так, все. Читай. 107 и 3 Конституции. Слушайте, ну вы понимаете, что я лежу на лопатках. Мне нечего уже сказать. Вы победили. У тебя есть права на автомобиль? Слушай, не кричите. Ведите себя прилично, а то сейчас сотрудники полиции выскажут претензию. Все, мы наоборот сторонимся этого конфликта. Мы убегаем, нас догоняют. Это провокация, мы ни на нее не ведемся. Эти предатели не всегда сторонятся. Не кричите, ну вы что? Ну ведите себя прилично. Мужчины, ведите себя прилично. Мы, значит... против капитализма за социализм. А этот что делает, значит? Мы не участвуем в этой дискуссии. КПРФ, не участвуем, нет. Значит, Сергей, это провокация. Все, мы уходим. Это провокация. Все. Все. Слава капитализму, молодец. Отработал 50 рублей всего. До свидания.